Установили такую интересную кабину. Стекло у нас заходит на ванну. Магнит у нас идет до самого пола. Получается, стекло выходит. Тут монтируется такой профиль алюминиевый. И на него уже одевается магнит. И на стекло. Петли из твердосплавной латуни с декоративными крышками. Они у нас работают в две стороны, туда-обратно. Магнит с притвором. Такая модная, дорогая ручка. На П-профилях, запил под 45. Порожек пока не ставили, напилили под размер, но клиент что-то хочет здесь придумать. Так что он нас напилен, но не приклеен. Ждем уже ответа от клиента. ПВХ-уплотнитель спойлер, бублик, штанга 30 на 10 сечением. Она нам дает максимальную жесткость. Здесь тоже П-образный профиль, запил под 45 градусов. На стекло нанесли защитный слой немецкий, антикапля. Петли у нас фиксируются под 90 градусов. Есть функция дохлопа. Вот наши запилы аккуратные.